Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Утро начинается с хорошей новости. Россия сегодня с утра сообщила, что уходит с острова Змеиный. И преподают это как акт доброй воли. Но на самом деле мы понимаем, что после того, как наши гаубицы и ракеты на протяжении последних нескольких недель постоянно утюжили этот пятачок размером в 2 гектара, речь идет не о какой-то там доброй воле, а просто неспособности россиян удержать Змеиный, поскольку, ну, всем понятно военным, что они просто несли там постоянные большие потери. И в результате это привело к тому, что особовый склад, личный состав Черноморского флота и российская армия просто отказывался туда ехать, потому что все понимали, что идут на верную смерть. Так что Змеиный действительно превратился в маленькую Чернобаевку, причем по своему стратегическому значению эта Чернобаевка морская, она намного важнее, чем та Чернобаевка. В каком плане? Потому что Змеиный позволяет контролировать морские коммуникации к украинским портам, и по сути, контролируя Змеиный, Россия в любой момент перерезает, значит, транспортные пути, сообщения, может остановить корабли, наносить удары оттуда, соответственно. Они же пытались там разместить мощные узлы ПВО для того, чтобы лучше контролировать Бессарабию, Одессу, подступы к Одессе. Ну и, соответственно, таким образом усиливать свои позиции. Поэтому Украина, конечно же, получила такую хорошую тактическую победу. И главное, чтобы мы не повторили ошибки россиян. Потому что я считаю, что Украине не стоит ни в коем случае размещать там гарнизон, как это делали россияне. Потому что россияне потом будут делать с этим гарнизоном то же самое, что делали мы. Ну, то есть постоянно обстреливать крылатыми ракетами, там еще из чего-то, и мы просто будем нести потери. Достаточно, я думаю, там поставить флаг на вертолетах, закинуть десант и, поставив флаг, уйти оттуда для того, чтобы Змеиный считался украинским островом, ну, не только де юре, но и де факто там было обозначено присутствие Украины. Вот. И потом внимательно наблюдать за тем, что происходит в акватории, и таким образом не допускать повторения россиян туда. Судя по тому, что они уходят, то усиление Украины гарпунами, значит, системы ПВО на южном фланге, там оно действительно достигло такой величины, когда российский флот уже без больших потерь не может контролировать этот регион, этот остров, и именно поэтому они должны, вынуждены были оттуда сбежать. Что касается будущего, то, конечно же, для Украины Змеиный будет авианосцем таким маленьким, на котором будет размещена мощная система противоракетной, противовоздушной обороны, плюс ракеты класса «Земля», корабль, как бы там, да, позволяющий поражать противокорабельные системы типа «Нептунов», «Гарпунов». Ведь со Змеиного, который находится в нескольких десятков километрах от побережья, можно лучше доставать до Севастополя и, соответственно, блокировать выходы Черноморского флота из главной военно-морской базы. И если на тот момент она будет еще его. Но в любом случае для россиян это, конечно же, такое маленькое унижение после большого унижения, которое вчера сделала НАТО, которая, я напомню, приняла Швецию и Финляндию в свои ряды, и тем самым Путину, который поздно ночью написал такое сообщение, наверное, чтобы россияне не проснулись там и не в ужасе не завопили, мол, ничего страшного, что это их дело, там, что типа мы как бы не при делах. Хотя еще 4 месяца назад Путин грозно угрожал НАТО и кричал, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. Как мы видим, НАТО послала Путина с его хотелками подальше, расширяется. И вопрос времени, когда туда попадет и Украина.
и станет полноправным членом этого альянса. Вот, поэтому точно так же и со змеиным, когда тебе надавали трендюлей, то остается только как побитая собака отползать и под благовидным предлогом говорить, что это такой вот акт доброй воли, и Россия тем самым что-то там показывает. Ну, после варварских обстрелов торгового центра в Кременчуге, жилых домов в Киеве, в Николаеве, где они пятиэтажку снесли, говорить о том, что у России там есть какая-то добрая воля, ну, может говорить только сумасшедший. Никакая это не добрая воля, это поражение, будем называть все своими именами. Украина сумела нанести тактическое поражение, и, дай бог, не последнее, и за ними последует и стратегическое. Так что я вас всех поздравляю с маленькой победой, и сегодня в 18:00 включайтесь на моем канале YouTube, у нас будет интересный эфир с Виктором Андрусевым по основным тенденциям прошлой недели и этой недели, потому что в прошлую пятницу мы с ним так эфиры не смогли сделать. А завтра у нас тоже будут очень интересные гости. Виктор Куртьев, Дацюк с Арестовичем и, возможно, Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, можете сбрасывать донаты, кому не жалко. В любом случае, спасибо за то, что вы смотрите меня. Пока.